Ко дню рождения ЮРГУ в юридическом институте открылась аудитория имени Федора Никифоровича Плевака. В ней будут проходить лекционные занятия, заседания диссертационного совета, конференции и форумы. Аудитория для нас очень символична, потому что ей присвоено имя Федора Никифоровича Плевака. Это наш выдающийся земляк, великий русский адвокат. И это очень важно, чтобы наши студенты, которые сюда приходят, находились в атмосфере вот этой академичности, и очень важно помнить исторические корни. По словам представителей института, она оснащена по последним технологиям, аудиовизуальными средствами, возможностью ведения трансляций с разных точек мира и многим другим. Также стены аудитории украшают портреты выдающихся юристов. Это очень креативный институт. У него высокое качество образования. Они открыли диссертационный совет снова, пройдя все трудности этого процесса. И это юридический институт сделал подарок себе и университету ко дню рождения. Как отметила Елена Титова, в будущем новая аудитория станет символом и связью времен, а также началом большого общественного, образовательного, политического и гражданского проекта, направленного на воспитание в будущих юристах патриотизма и любви к своей профессии и родине.